Всем привет! Сегодня мы разберем упражнение, которое поможет вам закрепить крученый удар и улучшить чувство мяча. Такое упражнение подойдет для продвинутых игроков, так как оно подразумевает, что вы уже владеете крученым ударом и умеете задавать направление мяча. В этом упражнении можно отрабатывать как удар справа, так и слева. Мяч должен лететь с небольшим запасом над сеткой. Траектория по дуге. Не забывайте провожать мяч вперед и не обрывайте движение на полпути. Делайте окончание. Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какие удары у вас получаются с трудом. Мы снимем упражнение, которое поможет вам стать более уверенными в этих ударах. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.